Разыгрываем деньги. 5 миллионов денежных призов от Альфа-банка. Участвуют все. Следуйте за красным котиком на alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Привет, друзья! Это очередной выпуск вашей любимой рубрики «Распаковка». Но, друзья, сегодня выпуск будет просто уникальный. Потому что, во-первых, как вы уже и поняли из названия, мы распакуем все новинки от Ardor в одном видео, прикиньте. Где-то уже выходили мимолетненькие обзорчики, но чтобы все новиночки, да и сразу же, да и посмотреть, и со своими впечатлениями, ребята, ну за такое не грех и лайк влепить, и на канал подписаться. Потому что только у нас на нашем YouTube-канале, вы можете смотреть и распаковки, и шикарные, полноценные, эксклюзивные даже, можно сказать, обзоры. Ну, а во-вторых, ребята, сегодня мы распакуем еще и вот эти три замечательные коробочки. Раз, два, три. Вы спросите: Сеня, это что, опять твои ковры приехали тебе же? Я скажу да, но это, ребята, три коробочки с новой расцветочкой и новым принтом, который называется Curve. Принт супер крутой, и это, по моему субъективному мнению, новый будет хит и новый бестселлер. Как вот сейчас шикарно продается Black and White, да, собственно, Cycle, то этот принт, мне кажется, будет в разы круче и в разы будет больше продаваться. Опять же, все зависит, ребят, от вас. Если вам понравится этот принт, то прямо сейчас с поверхностью жаккард за 1990 рублей в размере XL можно заказать по ссылочке в описании. Итак, ребята, вот этот принт, ну, точнее, вот эта расцветочка называется просто Игроман X Custom-Made Curve. То есть кривые, да? При этом всем это наша фирменная расцветка, сине-фиолетовая такая, темно-сине-фиолетовая. Ну и, конечно же, логотипчик в правом нижнем углу, как и полагается, все по фэншую. Шикарная прострочечка. Стандартная подложечка. Все супер качественно, все супер красиво. И опять же по размеру, ребят, смотрите. Ну, он даже в кадр не помещается. То есть он прям реально огромный. Эта расцветочка называется просто Curve. Curve, you know? English, very well. Следующая расцветочка, кстати, я не знаю. У нас их на самом деле три. Просто Curve, фирменная расцветочка. Также есть Curve Black and White, то есть Light. И Curve Dark. Это у нас, судя по всему, Curve Dark. Вот такая вот черно-белая расцветка. Ну просто шикарно выглядит, ребят. Я не знаю, это просто пушка-гонка. Опять же, шикарное качество материала. 4 мм, жаккард плюс оверлок. И при этом всем, чуваки, еще и черно-белый логотипчик в правом нижнем углу. Супер аккуратно выполнен, супер красивый принт. Шикарный ковер, не знаю, мне прям очень нравится. Вот это прям фаворит. Вот прям фаворит, отвечаю вам. Цените. И... Да, да, он, у него есть такое гипнотическое свойство. Вообще этот ковер лечебный. Не, слушайте, разгонять не будем, но ковер реально классный, топ за свои, как говорится, денежки. Сейчас мы тут немножечко его распакуем. И, ребята, соответственно, есть просто Curve, есть Curve Dark, это который у нас был черненький, а есть еще Curve Light. О май гадабл. Немножечко ASMR контентика. И, ребята, вы просто посмотрите на эту красоту. Я не знаю, я просто в шоке. Ну, то есть, очевидно, что вот этот вот ковер мы постелим прямо вот после записи этого ролика, и будет у меня он основным. Короче, три новые расцветочки шикарных ковров. Ссылки есть в описании, цена не изменилась, опять же. Ну и давайте небольшой вам спойлер. Напишите, точнее как, небольшой спойлер слэш опрос социальный. Хотели ли бы вы видеть эти ковры, например, ну, на Озоне? В общем, пишите в комментариях. Но я вам ничего не говорил, никаких спойлеров абсолютно. Ну а теперь, ребята, приступаем к самому вкусному. То, зачем вы пришли, это как раз-таки распаковка и обзор новиночек от Ardor Gaming. Для тех, кто вдруг не знает, Ardor — это бывшие ребята из Z, это, собственно, ребрендинг произошел у наших, так сказать, коллег. И сегодня мы посмотрим на их новиночки. Некоторые из них прям, ну, очень и очень интересные. Итак, это у нас Ardor Phantom Pro. Это шикарная беспроводная мышка с топовой начинкой по очень вкусной и очень приятной цене.
Опять же, уже предвижу комментарий, что мы опять... Мы сначала продаемся китайцам из FL Sports, потом мы продаемся кому? Ребятам, которые производят ножи на AliExpress, потом мы продаемся Dark Project, сейчас мы, очевидно, продаемся Ardor'у. Господи, ребят, ну... Но зато мы снимаем для вас, ребята, эксклюзивный, шикарный контент. А это самое главное лично для меня, потому что я занимаюсь тем, что больше всего люблю. Итак, let's go! Смотрите на комплектаху. Сама мышечка, собственно, с логотипчиком уже Ardor. Внутри у нас донгл. Запасной комплект тефлоновых белых ножек. Кабель, что тоже приятно. Ага, спинка у нас, кстати, есть без сот. И при этом всем боковины здесь тоже без сот. И кнопки тоже без сот. То есть при желании мышку можно сделать целиком и полностью, опять же, монолитной и литой. Единственное, что пластик по ощущениям чуть тоньше, даже не чуть, а он просто тоньше, чем у той же мышки ME4 от Dark Project. Поэтому, соответственно, и разница в весе. Эта мышка легче, ДП тяжелее. Собственно, тут уже кто во что гораст, кому что интересно. Опять же, две наклеечки. Ну, слушайте, комплект поставки прям очень богатый. И внутри, вот там вот внизу, лежит инструкция по эксплуатации. По форме. У меня тут как раз лежит Superlight, моя основная. И знаете, по форме... Единственное, клик. Смотрите, какой у нее пост-тревел. У нее пост-тревел прям мое почтение. Прям вот он здесь ощущается. С другой стороны, цена у мышки прям очень вкусная. Давайте отклеим пленочку. Опять же, немножечко ASMR-контента вам в ленту, как говорится. Ну, просто превосходно. Слушайте, по техническим характеристикам давайте кратко пробежимся. Здесь у нас Kail GM8.0, 3395 и TTC энкодер. Ну, вот за TTC просто лучи добра и уважения ребятам из Ardor Gaming. Потому что... Немногие ставят TTC энкодер в свои мышки. И, соответственно, супер четкий, супер классный прокрут. И при этом все... Ну, все-таки минимальный люфт есть, но, опять же, он в пределах нормы. Мышка крайне интересная, особенно учитывая цену. То есть она там стоит, по-моему, в районе 5-6 тысяч рублей. Около 6, по-моему, да, 5990. Могу ошибаться, ссылки на все девайсы даже... На Ardor оставлю, конечно же, в описании, даже на Ardor, учитывая, что у нас сегодня распаковка только Ardor. Короче, ссылки на все девайсы, как обычно, из распаковок у нас в описании. 4700. Ardor Phantom Pro. 4700. Да. Это отвал башки, проще говоря. Ну. Здесь у нас, ребята, приехала, по-моему, называется Phantom... Phantom, говорю, Ardor Ultra, да, что-то такое, типа. Типа что-то такого. Короче, две мышки вышло классных у ребят. Также две клавиатуры. Две клавиатуры. Не гоняйте, пацаны. Я порезался, прикиньте. Итак, будем распаковывать аккуратнее. Самое главное, ребят, вопрос к вам. Напишите в комментариях, на что обзор бы вы хотели увидеть раньше всего на канале. То есть на мышки, либо на клавиатуры. А если на мышки, то на какую? И на клавиатуру, соответственно, тоже на какую. Прям вот это важно. Эта красота называется Ardor Ultra. И вот эта мышка очень круто выглядит визуально. Потому что Phantom Ultra от Ardor, это очевидно, что по форме Logitech G Pro или G Pro X Super Light, да? А вот тут вот, форма у нас, судя по всему, отличается. И давайте посмотрим, на что она у нас похожа. Опять же, пробежимся немножечко по характеристикам. Тот же топовый сенсор 3395. Энкодер уже F-Switch попроще. И Huana на 80 миллионов. То есть, скорее всего, Huana Blue Shell Blue Dot. Скорее всего. Но очень интересно у нее вот эта вот спинка как раз-таки. Как она... Вау! Офигеть! У нее, походу, есть хот-свап на микрике. Это просто отвал башки. Ребята, это просто... Я бы сказал, но не буду. Вы посмотрите, что делают эти пацаны. Прям. Не, ну это, слушайте, у меня прям слов нет. Я speechless. Потому что здесь Kail GM8.0, TTC Gold на 80 миллионов, Huana Blue Shell White Dot
и белые омрончики. Кстати, омрончики даже, возможно, из Японии. Ну, как бы, я догадываюсь, что у Ardor Ultra есть hot swap, иначе я не представляю, зачем в комплект класть дополнительный набор, собственно, микропереключателей. Но, судя по всему, у них есть hot swap на микрики. И это просто офигенно. Единственное, что омрончики у нас китайские, потому что есть... Омрон до сих пор производят в Японии, по-моему, а есть китайский завод. Ну, вот этот китайский. Но за комплектацию, слушайте, это просто бомбово, это просто пушечно, это невероятно круто и супер классно. Смотрите, что есть в комплекте. В комплекте есть пуллер для как бы свитчей, но этот пуллер для микропереключателей 100%. Я не знаю, вот, ребят, ну вы 100% напишите, что хотите раньше всего увидеть обзор на Ardor Ultra. Ульта. Ульта! Господи, Ярослав, спасибо тебе большое. Фантом Ульта. Я-то все время Ультра. Она и Ультра, и Ульта. Ну ультанули да культанули, ну реально. По-любому, чуваки, сделаем обзор раньше всего вот на эту... Сколько мы мышек видели вы, мы? Сколько мы с вами мышек видели с ходсвапом на микриках? На моей памяти только кто там? Asus, по-моему, делали, да? Мышки с ходсвапом. А здесь Ardor ультанули. Разыгрываем деньги. 5 миллионов денежных призов от Альфа-банка. Участвуют все. Следуйте за красным котиком на alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Чего? Три запасные... она еще и форму, кажись, меняет, прикинь. У нее вот эти вот спинки не просто разные по внешности. Я запутался в пакете. Они не просто разные по внешности, они разные по форме. Они разные по форме. Да, у них разный скос. Вау. Так. Да, у них разный скос, по-моему. То есть у мышки есть hot swap на микрике, и у мышки еще и форму можно менять. И все это при очень, видимо, приятной цене, потому что про цену я, опять же, вот сейчас вам сказать не могу. 6 тысяч. 6 тысяч. Не, ну... Тут ребята делают девайсы, которые как бы по цене явно должны стоить дороже. Но за счет того, что они продаются, опять же, видите, в DNS, да, то есть большими партиями, они могут цену делать очень приятную. Ну, я не знаю, слушайте, пацаны. Ну, вот смотрите, вот, да, вот эта спинка, либо вот эта спинка. Это, ну, это... Разница, видимо, между спинками не такая большая, да? Да простят меня Ardor, тут я немножечко по, это... По-варварски открою все это. Разница между спинками не такая большая, но слушайте, вот прям видно, что горбик здесь немножечко отличается. Опять же, давайте АСМРчика немножечко добавим. И вы просто посмотрите вот на это. Во-первых, у нас помимо пуллера есть еще и отвертка. Во-вторых, чтобы открыть корпус мыши, не нужно ее, судя по всему, снимать у нее тефлоновые ножки. Это что такое за покемон? Офигеть! Ты это видишь? Чего? У нее можно микрики достать снизу, просто сняв вот эти вот штуки. Офигеть. Офигеть! Тут еще как бы контактная площадка, которая отсоединяется. Посмотрите, ребята, поближе. Ну я не знаю, это просто отвал башки. Это реально ультанутая мышка. Дополнительные сменные спинки для регулировки высоты мыши. А почему здесь не написано, что здесь есть hot swap? Переключатели в комплекте? Ну, это понятно. Ну, ребят, слушайте, это прям киллер фича, что вы можете поменять микрики, не разбирая мышь. Это просто что за покемон? Собственно, вот вытягиваете вот так вот кабель аккуратненько, отсоединяете коннектор, и все. И все, и вот вы, у вас микросвитч, он должен быть вот здесь внутри, а по факту он у вас в руках. Ну, это не то чтобы открытие года, мышка, да? Но давайте будем честны друг с другом. Это имба. Такого я не видел вообще ни у одной мышки, которая продается на рынке России. Так. И все, прикинь? Это просто что за покемон? Чуваки, набираем 5000 лайков под этим роликом, и мы сразу же дропаем обзор вот на эту ульту.
5000 лайков с вас, и мы тут же дропаем обзор. Потому что это супер классная технология. Ходсвап на мышках, это, ну, я в офиге, чуваки. У меня просто нет слов. Вот к этой мышке больше всего интереса лично у меня. Phantom Pro, она крутая, все дела, форма... Но на нее мы сделаем обзор чуть позже, потому что вот это это просто разрыв всех шаблонов. Не то чтобы даже всех шаблонов, мышки с ходсвапом и до этого были. Но чтобы эта мышка стоила 6000 рублей, да? При этом все, чтобы у нее были сменные спинки, чтобы у нее был ходсвап вот так вот реализован, именно с возможностью заменить свитчи без разбора девайса, это что-то новенькое. Вообще респект. Я просто в шоке. Собственно, тут вы включаете, бла-бла-бла. Тут у нас подсветочка еще вот такая вот офигенная, RGB-шная. Ну, я не знаю. Да, тут по сборке, возможно, вопросы будут, хотя и... Я еще думал, почему микрики не нажимаются. Это, конечно, жестко, чуваки. Это, конечно... И вот ты вставил, и вот у тебя... Это просто что за покемон? Короче, чуваки, согласитесь, вот 5000 лайков для вас набрать прям не проблема. Но вот это... Это просто эпитетов не подобрать. Еще и разные микрики в комплект положили. Ардор! Спасибо. Больше интересного контента. Потом, а сейчас, ребята, у нас на очереди клавиатура от, опять же, Ардор. И вот эта клавиатура уже была у нас на канале. Скажите, Сеня, ну что ты говоришь? Ардоры выпустили совсем недавно. А я вам скажу, что, по сути, эта клавиатура выпущена на основе GAS-67, на которой мы с вами собирали кастом. Но вот в чем интерес, казалось бы, да? Да я лучше на Алиэкспрессе закажу. С одной стороны, да, вы можете заказать на Алиэкспрессе и под себя собрать кастом. Но с другой стороны, вы можете пойти в DNS и купить эту клавиатуру уже в России с гарантией. Да, она будет не на тех свитчах, на которых хотели бы именно вы видеть ее, да? Но с другой стороны, она стоит чуть дешевле, чем собирать самостоятельно эту клавиатуру. С Алиэкспресса, опять же, имею в виду. То есть, это у нас называется красота. Ардор Патрон. Ну, название такое приятненькое. Что у нас по ТТХ? Гатерон Yellow, Gasket Mount, XDA, PBT кейкапы, Full Hot Swap. Собственно говоря, по сути, еще и два сета кейкапов. А вот это уже интересно. Давайте смотреть на комплектаху. По сути, это та же GAS-67 с шикарным комплектом поставки, но при этом всем по цене очень вкусная. Слушайте, прикольно, да, упаковано? Прям нравится. И при этом всем с классным еще и дизайном. Ну, слушайте, чистый gasket mount, поликарбонатный плейт. Да крайне, крайне приятная клавиатура, по первым впечатлениям, да? Ну, как бы, то, что она гнется и флексит, это с одной стороны минус, да, кто-то скажет. С другой стороны, ну, это чистый gasket mount, а что вы от него хотели? И она прямо флексит. Ну, не прям жестко, но она флексит. Опять же, да, все атрибуты GAS-67, но к чему тут придраться? Цена адекватная у нее. 7000. 6900. 6999. Ну, если вы будете заказывать GAS-67 на тех же Gateron Yellow, Gateron Pro Yellow, то она так и выйдет порядка 6,5-7 тысяч рублей. С другой стороны, как бы понимаете, если вы хотите собрать именно кастом, то да, тут очевидно GAS-67. А если вы хотите просто в России купить клавиатуру на gasket mount, то это вариант неплохой, однозначно неплохой. И по цене очень даже конкурентоспособный. Давайте глянем по комплектации и сделаем на нее полноценный обзор, потому что эта клавиатура, я не знаю, опять же, она с одной стороны супер интересна, да, с другой стороны мы уже... Блин, ну тут классные кепки дополнительные идут. Тут еще и 4 дополнительных желтых гатерончика. Комбинированный пулер, да, для свитчей и кейкапов. 2 наклейки фирменный Ardor. Тут вообще вопросов 0. По привычке уже. Coiled Cable, причем не самый дешманский, а в тканевой оплетке с авиатором. Лол, подожди, тут 2 кабеля в комплекте. Один Coiled Cable с авиатором. Прям
неплохого качества. Это не самый бюджетный койл. Coiled cable. Это прям хороший такой кабель. Удивительно вообще, как в эту цену они такое могут. И, собственно, набор еще дополнительных вот этих вот кейкапчиков. Красивеньких с морем. Ну, слушайте. Вопросов на самом деле ноль. Ну, прям хорошо. Но больше всего у меня, конечно, мышка. Она прям ультанула. Этот выпуск затащила мышка. Вот реально. Какая мышка? Я хотел сказать, наши фирменные коврики. Наши фирменные коврики затащили этот выпуск. Ладно, ребят, кроме шуток, респект. Итак, здесь у нас еще одна клавиатурка от Ardor. Ardor Gaming Guardian. Защитник, you know. И это у нас, судя по всему, что-то наподобие Dareo A98. Похожая штука у нас. И что у нас по цене? Сейчас скажу. А по цене у нас тоже что-то, видимо, очень... 6999? Да. Слушай, ну... Ardor Guardian. 98% форм-фактор. Вот эта клавиатура, по сути, является конкурентом сейчас на российском рынке ребятам из Akko, да? Потому что Akko же выпускает вот 98% форм-фактор. 96-98%. А здесь, по сути, вот... Да, она как бы выглядит прям супер бюджетненько. Но с другой стороны, что у нас? 2,4 ГГц. Сейчас я вам скажу еще, какой светодиод, если он включится. Так, а если Bluetooth мы включим? Непонятно. Да, судя по всему, у нее южный светодиод, мне прям кажется. Потому что если ребята из Ardor взяли за основу ту же Dareo A98, да, то... Так, давайте быстренько по комплекту. Кабель есть. Где-то должен быть еще пулер. Да, вот пулер комбинированный. То есть hot swap, все дела, это прям и в предыдущей клавиатуре, и в этой. Интересно, что там по светодиоду? Да-да, что такое? У нас еще и южный светодиод. Евпатика Лавратий. Южный светодиод, поликарбонатный плейт. Судя по всему, еще и подобие гаскет маунта, потому что она немножечко флексит. Да нечего сказать, тут надо тестировать ее, потому что... Ну, пробел неплох, но не идеален. А вот свитчи... Ну, крайне приятно звучит. Вот для стока в России это прям... Это прям достойная клавиатура, да? Она, правда, легкая. Вопрос, что там по шумке? Скорее всего, не... Хотя, может, и силикон. По весу, так, знаете, сложно определить. Но шумка там... Шумка точно есть, потому что звук очень глухой такой, типа... Внутри никакого гула нет. Поликарбонатный плейт и, судя по всему, еще и гаскет. Чуваки, ну, что я вам могу сказать? Ardor вместе с новым... брендом, да, с новым названием и Identica еще и привнесли новиночки, которые, ну, прям реально продвигают рынок периферии в России и СНГ вперед намного. То есть это прям классные, конкурентоспособные девайсы. Они, у них и до этого были прикольные девайсы, а сейчас это прям, ну, вот пушка-гонка. Пишите в комментариях, ребят, на что вы хотите увидеть обзор из всего выпуска раньше всего, помимо, конечно же, наших фирменных ковров. Кстати, ссылка на новый принт, а новый принт Curve есть в описании. Curve, Curve Light и Curve Dark. Поэтому вы знаете, что делать. Ссылочка на все девайсы от Ardor также будет в описании. Спасибо им большое за предоставленные девайсы. Да, они нам их предоставили, поэтому мы их можем распаковать все вместе сразу же и одни из первых. Ну а полноценные, честные, непредвзятые, неподкупные и самые подробные красивые обзоры ждите на нашем канале, ребята. Для этого подписывайтесь на канал, 5000 лайков, и мы дропаем обзор. И я уверен прямо, что вы все хотите увидеть раньше всего обзор на мышку от Ardor, Ardor Ultra или Ultra. Ну короче, Ultra. Короче, такого кринжа в конце навалил. Ребята, подписывайтесь на канал, покупайте правильные и проверенные игровые девайсы. В этом мы вам, конечно же, поможем. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока. Да, кринжа навалил.